Здесь есть кто? Здесь нет никого, насколько я понимаю. Пророк, здесь кишат бойцы Сел. Мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Не тормози. То у них корейцы кишат, то уже бойцы Сел. С корейцами все было понятно, а откуда взялись бойцы Сел, непонятно, откуда эта Сел взялась. Видели вот эти трупы ваши? Скажите, вы видели землетрясение? Вы можете посчитать? Да, стоял тут, смотрел на своего глазевшего. Глазел на мертвого друга, или, может быть, он с ним до сих пор разговаривал, спустя 5 секунд после того, как его убили, и он это по-любому заметил. Открывайте. Попытка переподключения системы. Очистка. Никаких попыток не принимается. Давай переподключай. Очистка завершена. Состояние готовности. Магнитные замки открыты. Удали свои ворота. Обнаружено инородное тело. Начато отключение автоматической системы. Инородное тело обнаружено, а тебе какое наднародное? Открывай дверь, тварина. Надо было щелочку сделать, потом сказать, что обнаружено инородное тело. Эти не бабки на народное тело тут проявлять. Родные трущобы. Не грози Южному Централу, побивая сок на своем квартале. Иначе вот что будет. Сок закончится. Ладно, тут, по-моему, дворники не убирались недельку, а так-то все как обычно. Вполне. Прекрасно. Пассажирские рейсы, видимо, все еще работают, авиарейсы. Ну вот, вот такой вот оперативный простор у нас будет на протяжении практически всей игры. Вот, вот видите, коридор. Тут метров, ну, наверное, 30 максимум. Понимаете, да? Это коридор. Это коридор. Так. Похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Видимо, в автобусе бомж сдох. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк. Боже мой, тут полно зараженных. А Сел проводит зачистку. Еще и цепи эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись подземки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел морпехов. Найти вход в метро. Морпехи бесполезны, они все умерли. На кой черт они нужны, если они все сразу сдохли? Доблестная американская армия. Окей. Идем дальше. Идем дальше. Ну-кас. Ну-кас, что-то я жирный какой-то. Пропустите меня, я чуть в стенке не застрял. Классный ноутбук. Не понятно, почему он только работает до сих пор. Вроде проводов нет. Кто-то его здесь оставил, что ли, 5 минут назад? Или у него бесконечная ядерная батарейка? Что за... Иди отсюда! Реально не пройти из-за нее. Ага. Изменение приоритетов. Максимум защиты. В режиме защиты внешняя поверхность нанокостюма перестраивается для поглощения поражающих факторов и защиты оператора в боевых условиях. Режим защиты расходует энергию костюма. Повышает вероятность выживания при взрывах боеприпасов. Это пророк, взять его! Ну вот, пока костюм мне втирал, меня чуть не убили. Долбанный костюм, он убьет меня. Иди в попу. Кто-то имеет что-то против? Ваше имение я все имел.
Так, пожалуй, это больше мне подойдет, нежели пистолетик. Естественно, здесь также можно апгрейдить орудия, которые почему-то все заблокированы, даже коллиматора нету. Почему так, непонятно. Здесь можно апгрейдить костюм. Единственное, что здесь из нового интересно и не мешающие, не лишним являющиеся, понимаете? Все остальное здесь просто ни к чему из новаторских. Это регресс. Все-таки, мне кажется, больше. Хорошо, поджигай. Вот уж угораздило разгребать останки. Хватит ныть. Чё-то никаких останков я там не вижу. Лучше, чем разгребать. По-моему, это шашлыки. Скажи это Крапову. Зефы выбили половину их отделения в Гринвич-Виллидж. Он прав, нам еще повезло. В деловом центре сейчас ад кромешный творится. Повезло, говоришь? Они, между прочим, люди. Они уже не люди. Они биозараза. Так, хватит этого дерьма. Биозараза, сам ты биозараза. Так. Погнали! Спокойно. Постоянно пытаюсь сесть на контрол, но зачем-то меня изменили управление со времен первой части. Теперь не на контрол, а на С садится. В общем-то, все, управление изменили, причем очень неудобно. Я, конечно, могу изменить обратно. Точнее, не обратно, а как мне удобно, но... Мне непонятно просто зачем менять. В той же игре управление. Ах ты, ах ты! Чё ты такой наглый? Патроны здесь быстро кончаются. Спокойно, парень. Ауч. Кстати, я туда как раз пришел, куда мне надо. Проход здесь, насколько я помню. Вижу тебя. Контакт? Нет никакого контакта. Это апокалипсис, здесь нет таких сайтов. Чего вы все от меня хотите, твари? Я предупреждаю вас первый и последний раз. Здесь колючая проволока. Могли бы и меня предупредить. Я же вас предупреждаю. Нехорошо, не по-мужски поступаешь, тварь. Пока. Не Боинг, конечно, но тоже авиалинии. Черт, гады, какого... Ты что-то офигел, подкарауливает меня. А как ты понял, что я куда-то делся, если я сидел за укрытием, и ты меня не видел по-любому? Чего ты вдруг взял, что я куда-то делся оттуда, из-за укрытия, за которым ты меня не видел? Мне это не нравится. Давай, давай, давай. Он где-то там еще один орал. Успокойся, парень. Все в порядке. Потанцует джигу-джигу. Отличный шпагат. Поздравляю. Так, вот для этого автомата я ни хрена не нашел, поэтому я беру пистолет. Почему ты из меня с автомата, в меня из автомата стрелял, а вывалился из тебя пистолет? Это как в РПГ. Из тараканов вываливается золото. Но только здесь наоборот. Из золота вываливаются тараканы. Вот и пресловутый канализационный вонючий люк, по которому мы можем обойти врага.
надо. Какое внимание? Ты о чем? В смысле внимание, эй? Ну да, надо подойти и вот так вот сделать. В этом люке я явно не был, потому что он какой-то уж очень длинный. И ведет прямо туда, куда мне нужно. Это просто секретный какой-то проход, жесткий причем. Через всю улицу прошел. Нормально, да? Пророк, возможно, туннель был не лучшей идеей. Прямо под тобой тепловых излучений масса. Будь там поосторожней. Т-Т-Н. Надо визор включен. Кто-то обкакался. Ну, это как всегда, в переходе метро кого только не найдешь. По-моему, это обычная обстановочка для метро. Кто-то лежит в луже собственной мочи и нормально все. Ах ты, черт! Отвали! Отвали от меня, урод! Здрасте. Этому пофиг абсолютно. Он что-то пытается изнасиловать автомат. Привет, паря. Перепил? Понимаю. Где ты, тварь? Иди сюда, таракан вонючий. По-моему, в этом помещении один большой сливной бак. Чё за... Ты, может, сдохнешь, а? Ну, как хочешь. Можешь оставаться здесь. Эпидемия кариеса. Я об этом наслышан. Ты посоветуешь как раз то, что нужно. Очевидно, мне сюда. Кто там? Их это кого их? Ой, да ладно, у меня же супер нано-костюм. Я что, тараканов, что ли, побоюсь? Да вы меня просто юморите. Похоже, я сделал все, что смог. Позаботился обо всех. Что еще остается? Отправляюсь к Богу. Пусть он готовится к такой встрече. Лужу подтереть за собой перед смертью. Чистым внутри, какая-то важно. А я сделал все, что мог. Но если эпидемия сделала тебя пуленепробиваемым, то я... тоже не прочь переболеть такой болезнью. Смотрите, ему абсолютно пофиг. Вообще он, посмотрите на этот чемодан. Сейчас я его дотолкаю через него, этот чемодан, до стенки. Нормально. Я реально уже сейчас сам заболею от всего этого маразма, который я вижу повсеместно. Ладно, дальше погнали. Ну, это сонные люди. Ну, тут метро, что тут? Тут все, все обыкновенно. Сонные люди, метро, ну что? Диски еще пиратские должны продавать, по идее. Не продают. Да, идти-то, ё-моё. Чё-то я не вник в ваш прикол. Сюда... Чё, в эту, что ли, клавику лезть? Я же могу. Давай.